Даугавпилс, с днем города! Мы команда КВН 15 девятых постараемся скрасить ваши 15 минут, которые вы проведете с нами вместе. И поэтому сразу начнем наше представление. Это Андрей. Андрей ненавидит логику. Это Паша. Паша, хочешь секса? Паша четко знает, чего он хочет от жизни. Это Александр. Александр, Александр. Как вы понимаете, Саша, вы не ослышались. Александра, Саша ищет себя. А это Виталя. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. Ой, Виталя, это не твоя мама? А это... Так. Сейчас. У Олимпиады Чебурашка, у Гитлера усы, а у нас Пашка. Не думай потом, не чувствуй себя потом. А это просто Оскар. Теперь банановый. Так, ну вроде бы всех представил. Только я Сереге позабыл. Да, Сереж, действительно, извини. Наш звукарь Рома! Ну? Не будем тянуть, у нас музыкальный номер «Случай на дороге». Круто ты попал на ТВ. Что? Что мне делать сегодня? Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Maybe. И у нас следующий случай. Случай в магазине. Человек, который умеет читать только до одного. Здравствуйте. Добрый день. Чего изволите? Пиво. Пиво до двух. Пиво. До двух. Пиво. Два. Хватит. С вас 2.50. Сантим. 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 Здравствуйте, в эфире новости на Европа Плюс, и с вами Александр Гришаков и Александр Комаров. Недавно в Даугавпилсе на площади Венебус транслировался матч финала Лиги Чемпионов. Толпа негодовала, почему не в 3D? В Даугавпилсе открылась новая автошкола «Змейка». Автошкола «Змейка», мы научим вас ездить по нашим дорогам. Раскрыта тайна перекопанных дорог в Даугавпилсе. Городская дума нашла древнюю карту сокровищ, но не знает, как на ней сориентироваться. По последним исследованиям налоговой инспекции выяснилось, что человек состоит на 78% из воды и на 22% из налогов. А теперь о погоде.
Сегодня в Даугавпилсе ожидается жаркая погода, и, судя по небу, осадки как загар у рабочих. Это как? Это местами. А теперь реклама. Саш, я такую классную рекламу Хесбургера придумал. Ну давай, жги. Хесбургер там. Ну у тебя шутки просто уписаться можно. Да тут недалеко. Алло? Осталось жить 3 дня. Что 3 дня? Мне осталось жить 3 дня? До конца использования вашей карты осталось 3 дня. Новый тариф Теле2 в ноль. Сейчас доеду, Лена. Тариф Теле2 в ноль. Мы по пятницам. А спонсор нашего выступления – Viagra Face Control. Viagra Face Control. Стоять! А у нас необычный случай. Так, давай, плавненько, переключаемся. Так, давай, левее, пешеход! Тихо, спокойненько. Кто последний к психиатру? Они. Ну а как вы знаете, Даугавпилс крайне необычный город, и поэтому у нас цикл необычных случаев. Итак, первый случай. Случай в Бонзае. Да! Чё, чувак, нравится вечеринка? Меня пропустили, да? Да! Случай в библиотеке. Извините, могу вам чем-нибудь помочь? Вот Пушкин, вот Достоевский, вот Лермонтов. Да Wi-Fi у вас где? Случай в самолете. Давай, прыгай. Не. Говорю тебе, прыгай. Не. Да говорю тебе, прыгай, ты мой последний свидетель. Случай около Соло. Случай на пляже. О, Боярский! Эй, щенок, отдай мой шлем! Случай в Долгопилском такси. Мужик, гони на Пушкина! Пушкин дебил и идиот, дегенерат! Случай в Первомайке. Пацанчик, гони мобилу, а то знаешь, что будет, а? Договоримся! Ну и, конечно же, народная долгопилская забава. Выборы мэра. Новый мэр! А теперь приготовьтесь, друзья. Телекомпания Dotcom Entertainment совместно с ПЖКХ студио. Лучшие спецэффекты от долгопилских сварщиков, а также лучшие долгопилские сварщики в фильме «День города». В ролях Николай Валуев в роли Жанны Кулаковой, Леди Гага в роли Риты Строда, Леонид Якубович в роли Яниса Лачмисиса, а также «И кто это, мать его, такой» в роли Артура Дукса. Городская дума. Приготовление ко дню города. Жанна, привет! Рит, здравствуй, Рита! Рита, ты в курсе? Близится день города. Опять? Каждый год день города. О, щит, сколько можно! Погоди, Ритусик, кого-то не хватает. Цесу, Ливу, Алдрис.
Ах да, watch this is. Извините, опоздал, брелусы не добрил в рук. Ну вот, вспомнишь бананчик, вот и Янчик. Итак, на повестке дня. День города позвать некого. Может, позовем премьер-министра? Я звонил Домбровскому, он отказался. Янис, какой еще Домбровский? Что, Путина? Янис, это такая группа. Домбровского и Путина? Ну, Янис. Руки у руля. Здорово, что творите? Ёшкины ты кошки, Рихард, мы бетонируем стену уже в пятый раз, вот что мы творим. Припаркуйся как надо. Извините. Извините, кажется, я разбил чью-то тачку. Прости, Янис. Привет, Жанна, сними пижаму. Очень смешно, Рихард. Ты тоже так думаешь? О, Янка, как гулянка. Чё ты ко мне пристал, как Загар? Спокойно, Янка. Вот твоя ушанка. Ну я говорю, прям как анекдоты на Алиса Плюс. Алиса Плюс, 101.6. Ладно, пошутили и хватит. Хотя нет, не хватит. Я не жмянец. Рита, я слушал, там Сейм совсем распустился. А я смотрю, что ты как затверс, как пост потерял, слишком много разговаривать стал. Hello, Daugavpils! А где здесь Дитон? Артур, тебе туда. Спасибо. Ребята, кажется, я побил чью-то побитую тачку. Извини, Янис. Ладно. Ладно, раз такое дело, мне остается сказать только одно. Я теперь тоже ветеран, как мой дед. Месяц назад в крепости я взял в плен фашиста. Янис, он же актер. Да вы гоните! В мундире с автоматом и по-немецки говорит. Но Янис, он немецкий актер. Лады, некогда мне с вами. Вот теперь встречайте, группа премьер-министр на сцене Даугавпилса. Ну что, ребят, пошутили, покурили и хватит, пошли петь. Вот так мы и живем, смешные люди города Даугавпилса. И что хочется сказать в конце? Я заводной, я на позитиве. С вами была команда 15-9. Спасибо. Я заводной, я на позитиве. Спасибо.